Актриса театра и кино Ирина Токарчук, известная многим зрителям как тетя Сима из «Джентльмен-шоу», скончалась на 62-м году жизни. По словам близких актрисы, у нее случился сердечный приступ. Ирина Токарчук родилась 20 июля 59 года, работала в Одесском русском драматическом театре и Одесском доме клоунов. Участвовала в театральных постановках проекта «Маски-шоу», «Отелло», «Орфей и Эвридика», «Ромео и Джульетта». С 92 года работала актрисой юмористического телевизионного проекта «Джентльмен-шоу». В 2018 году актриса снималась в популярном в Украине шоу «Лига смеха». Я не Джульетта, я ее кузина младшая. Людмила Капулицци. Я приехала в Верону поступать на швейный комбинат имени Версачи. А где Джульетта? Она не выйдет, заболела. Позавчерашним ядом отравилась, а он в два раза хуже, чем вчерашний. Ну, что поделать? Средние века. Прощание с Ириной Токарчук пройдет в Русском драмтеатре 27 января с 10 до 11 часов. Похоронят выдающуюся одесскую актрису на втором христианском кладбище. Она была полна планов и надежд. Безвременный уход Ирины Токарчук стал огромной потерей для всей Одессы.